Всем доброго вечера, дорогие мои. Ну вот я занят подготовкой портулака. Вот портулак я купил на рынке. Огромные вот такие пучки по 1 лире. Вот. Из них получаются суперские чебуреки. Вот. Это вообще полезно для организма. У нас его называют семзекот. Семзекот это на переводе семзек это жирная трава. В общем, интернет откройте и поймете, что эта трава от многих болезней. Вот вообще надо трав много кушать. Траву надо много кушать. Это намного легкоусвояемое и полезнее, чем мясо или чем мясо тоже, естественно, надо. Но надо чередовать вот так вот травой тоже. Чебурек я из них делаю. И вкусный получается, обалденный вкус. Я сюда потом пару ложек оливкового масла сюда. Вот. Естественно, я его промываю хорошо. Потом оливковое масло чесночное, черный перец, соль. И закатываю чебуреки. Во, ребята, за уши не оторвешь. Вот у меня вишня, сегодня опять я вишню купил. Вишня в сахаре. Смотрите, какая прелесть. Хочу сказать, что есть плодоножки от вишни. Вот плодоножки от вишни, да. Не выбрасывайте, а сушите их. И плодоножки вишни. Отличное мочегонное средство, я вам хочу сказать. От многих недугов. Так что вишня, и вишневое варенье, и вишневый компот, и даже ихняя плодоножка, вот она полезна. В общем, дружите вот с такими вещами, и все у вас будет нормально. Ну, конечно, не надо фанатично, и мясо надо кушать, и шашлыки надо кушать, и барбекю, и кебабы. Но это тоже надо. Вот через раз. И организм будет во! Вот. Всех вам благ. Пока-пока.